Всем привет, мы снова Лева Квак. И сегодня я смотрю новую войну, которую пройдет 16 декабря. А именно более уже дружащим Эмметом и бывающим Митчеллом. Сейчас, на мой взгляд, здесь 50 на 50, но я думаю, что Митчелл одержит победу воздеянным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также подтвердите, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем нашу трансляцию. И первым в октагон выходит Бывалиш, противный бандит, Митчелл. 17 болев, 16 побед, 9 из дипломов и 1 положение. А рекорд в моделированиях 2 боя и 2 положения. А вот выходит и его оппонент. Дожос. SS0. Эммет. 22 боя. 18 побед. 6 нокаутов. 2 плюмов и 4 положения. А рекорд моделирования. 7 боев. 2 победы. 1 нокаутом. 1 плюмом и 5 положений. Нам показывают небольшую информационную сводку по бойцам. И сейчас Брюс Баффер включает нам всех участников данного поединка. А теперь нам представляют и Джош. И рефери Дэн Милогрёд. Первый раунд, погнали! Восьмем. Мимо. Точно Эммет. Мимо. Попадает Джош. Мимо. Точно Митчелл, Эммет отвечает. Неплохо. Восьмеян. Middle kick. Попадает Митчелл и потрясен Эммет. Middle kick. Попытка тейкдауна.
Current. Снова бьет большую паузу. Побрковал кика. Точно Митчелл. Керлинч. Неплохо. Точно Эммет. Бьет большую паузу. Точно Митчелл. Снова попадает Баварис. Точно Джош. И подвешен Митчелл. Неудача в рамках тейкдауна. Мимо. Мимо. Точно Баварис. Хайкик и падает Митчелл в нокдаун. Добивание от Эммета. Керлинч. Мимо. Неплохо. Точно Джос. Неплохо. В осечении мы видим на душе Баварису. Мимо. Точно, Дужос. Попытка тейкдауна. И она оказывается удачной. Точно Митчелл. Неплохо. Продолжает атаковать Баварис. Неплохо. Точно Митчелл. И удается выбраться Эммет. Мимо. Лоу кик. Берут большую паузу. Кевинч. Попадает Дежос и подвешен Баварис. Лоу-кик. Еще один. Снова лоу-кик. Мидл-кик. Поворка тейкдауна. Но она оказывается неудачной. Неплохо. Лоу-кик. Хай-кик. Первый раунд завершен, и он за Эммитом. 10-9, Джош отыгрывает, и нам показывают лучшие моменты первого раунда. И у нас второй раунд. Точно, Джош. Лоу кик. Попадает Митчелл. Попытка мидл кика неудачная.
Кайл Пик. Неплохо. Точно Митчелл. Попадает Эммет и потрясён бываешь. Снова у нас нокдаун. Роу-кик. Делает бросок Митчелл. Попытка тейкдауна от Эммета, но она оказывается неудачной. Мимо. Точно Митчелл. Middle kick. Кэрлинч. Лоу кик. Еще один, но в исполнении другого больше. Неудача попытка тейкдауна. Атакует Эммет, Митчелл отвечает. Падает Джош в нокдаун. Берут больше паузу. Неплохо. Лоу кик. Мидл кик. Кэрлинч. Попадает Эммет под отсюда Митчелл. Кэрлинч. Ласмен. Попадает и бываешь. Очень бы доскивал пока что. Неплохо. Хайкик и все, бой окончен. Нокаут, конец поединка. Атакует Эммет. Нам покажут, как это было. Что ж, посмотрим, как же бой пройдет на самом деле. Победу нокаутом во втором раунде одерживает Джош. SS0 Эммет. Доволен собой Джош. Статистика поединка. Эммет попал 8 ударов из 195. Митчелл 81 из 199. Пассивный удар 34 из 94. Джош 42 из 101. Бываешь. По нокдауну 2-1. Два неудачных дауна у Эммета. У Митчелла 1 из 5 пошел. Который 24 секунды Джош, 58 секунд бываешь. По раундам. Первым по ударам 52-49. Пассивным 22-25. По нокдауну 1-0. У Эммета 1 неудачный даун. У Митчелла пошли 1 из 3. Который 6 секунд Джош, 46 секунд бываешь. Второй раунд по даунам 31-32, по сильным 12-17, по нокдаунам 1-1. Один неудачных даун у Джоша, два неудачных у Бываешь. Который 18 секунд Эммет, 12 секунд Митчелл. И у всех судей счет был 10-9. Позже Эммета. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.
ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.